Распределись сама, самостоятельные люди уже, наверное, больше 18 лет. Утербал, спека, Севенха. Короче, пойдем 4 хила, ДЦ, РДРУ, РШАМ, ХПАЛ. Давай, как огурчик, бафы, кресты. Айоши, что ты бафу? Кулаки. Хорошо, я каски раздам. Да это не страшно. Ну, я в 5.8 тоже шхилл, да, спасибо. 5.8 нормально, наверное. Давайте посмотрим его эрдру. Так. А его нормально он. Ну да, сета нет, ну ладно. Ну там. Каску по охотникам, горн. Сейчас я отрежу ману и дам тебе каску. Потерпи. Чей конь? Это мой, я вот у меня. А ты покрепишься? Mm. Ну лапу интеллект можно? Лапу интеллект пройд. Три мага не могут бафнуть интеллект. Сколько у вас нормальная задержка? Да, абсолютно нормально. И две недели. У меня опять что-то началось, какая-то хрень. Думал, там нормальный чел сидит. Это псих, оказывается. Понятно. Где? Уже не важно. Бутербол готов? Погоди, не пуляй. Задержка адская. Плохо. Да, еще будем стопать. Что не переводите на вторую фазу. Будем стопать и ждать здесь. Зеленого. Ты готов, Бутербол? Бутербол? Да, я слышу все, но, блин, я не знаю, что. Ну ладно, там, поставишь ты магму под боссом, будешь круги наматывать. Давай, пей столик, Дилвас. Гуляйте. Сейчас попал. Стопайте по профу. Профа не бить, ждем зеленого слизня. Профа не бить. 3%. Ждите зеленого слизня. Так, становимся в кружочек и бьем зеленого слизня. Блять, кружок спал. Просто станьте в одну точку. Если откинет неликов, то отбегайте в РДД. Отбежали в РДД, в звезду становимся. Бейте. Давайте, сбежали в череп и бейте зеленого слизня. Все, давайте, пошла фаза. Отбегайте, у кого зеленый дебаф, отбегайте к столику. У кого красный, бейте красного уже. Бафайте Гутербола. Кулаки, каски.
Давайте, разобрали цели, бейте слизней. Сбегайтесь в череп. Джелис, два гимна отхил. Смена цели красного, отошли. Я тебе боб кину. Добили красного, 200к, боб уже пошел. Все, отлично, перевели, бейте профа. Че, бафы есть все, Гутербол? Нет времени смотреть. Вроде есть, не знаю, я все равно лагаюсь. Отлично. Химическая бомба, пишет ДБМ, отошли. Так, сейчас поставлю опять метку на себе. Так, выходит красный. Пельмени пошли в центр, отбежали влево-вправо. РДД, бейте красного. Мелики начали бить красного. Бакс убегай за сторону, за спину босса. Мелизону иди. Опять пельмени, отбежали от пельменей. Лужи разлились, смотрите внимательно. Пол бы. Сейчас выйдет зеленый слизень. Допивай лужу возле зеленого слизня. Все, у меня нормально все. Так, РДД, становитесь возле звездочки, только не в одну точку, потому что пельмени пойдут. Вот пельмени пошли. И милики, бейте зеленым. Встали в череп. Если вас откинет, не двигайтесь. Откинуло. Отбежали к звезде. В РДД зону. Не бежать на зеленого слизня. Вот. Ну так. Добивайте зеленого. Сейчас пойдут пельмени и колбы. Милики, внимательно. Утербол, умираешь. Давайте, милики, сильнее профа. 5% до переходки. Все, стопайте по профу, переключились в красного. Все в красного играйте. 3% до переходки. Все в красного сыграли. Вар опасно было сейчас. От смена цели отбежали. Смена цели красного. Графит, беги. Машека, ты прожал кош или что? Что это было? Почему смена таргета была? Переводите профа. Опять пельмени в центр. Появились колбы. Смотрим на свой дебаф. Идем по этому дебафу слизня. Давайте, зеленый к столу, красные начали бить красного. Давайте рост. На мне чума, блядь. Попробуйте кто-то подбежать забрать у меня, то я сейчас сдохну. Смена цели красного сейчас будет. Смена цели красного, внимательно, 500к еще. Машека, боб, машеке, дал боб. Молодец, беги. Все, остался только проф. Дело забирай, прожимайся. Пельмени, внимательно. Давай, я просто сейчас потаунчу, 300к пособираю. Все. Ретаунтить будешь. Подожди. Поздно, блядь, рано ретаунтишь. Сейчас еще разок. О, все. Таунт делай, я получил дебаф. Вижу. Сейчас еще один таун будет. Забирай. А, отлично. Сейчас я перезагружу и нет. Кант, включай скорость, пошли на совет. Осколки надо кому-то? Кто выше? Там бакс выше, по-моему. Я когда обновлял список. Пояс на мейн, а Йоши. Спасибо. Защитник. Воин-охотник-шаман.
А бычки отдай, пожалуйста, тоже. Ты кто говорит, какой ник? Задувал. Сейчас тебе дам. Держи. Что тебе угодно. До встречи. Отходи, если хочешь, отходи. Запустили. Что я тебе хочу сказать? Поздравляю. 15 минут есть, чтобы убить двух боссов. У кого есть танк? Помочь трэш подтанчить. Ну а давай, сейчас уберем трэш, спекнешься, поможешь потанчить. Задувал, мне надо спекаться. Присты, вот давайте, масс диспел, ВДК, хан в контроле. Сейчас пойдем контролить мобов. Джелис, пойдешь со мной поконтролим. Антихам тоже пойдешь со мной. Ну, Кокер, спекайся пока. Да, графит, ты можешь, если ты этим графитом ничего не ролил. Джелис, давай, ты звездочку контролишь, антихам кружок. Пошли контролить, я по контролю другого. Идемте. Так, отлично. Ну давайте сейчас убьем командира. Видите, звезду. Звезда откидывает хилов. Хилы подальше встали и захиливайте рейд. Звезду бейте. Законтролите кружок, играйте звезду, тактик вышел. Сейчас убьем этих мобов, поконтролим следующих. Антихан, давай, твоя метка будет звезда. Джейлис, квадрат, вот так вот. Так, убили трэш, пошли контролить. Так, бьем командира, если он тут есть. Нету, давайте лича тогда. Звезда. Так, с пункт контроля командир вышел играть в кружок. Тянем квадрат. Играем в квадрат. Звезда. Звезда, ТП-шного в рейд, танки заберите. Застанет. Так, Анкокер, можешь спекаться в ДД пока. Чтобы время не терять зря. Там три моба осталось. Будем бить звезду. Так. Кто там умирал у нас? Гутербол умирал один, кушай рыбу. Присты, можете спеть гимн на ману, пока отрегеним, как раз начнем бой. Нагрешил. Дайте каску по шаманам и приступав еще. Да, все будет.
кого нет боя, поднимайте Тартермара. Ну а теперь уже 22:14. Поставьте еще столик, пожалуйста, маги. Да. Так, давайте приставав лапу по БК. Чек на пул. Кто кого делает, что ты танчишь? Пускай вот скажет, кого он хочет танчить. Приставав дайте. Давай, Войд. Ну давай подождем сейчас. Войд двоих. Дело с Келя. Напуливайте Талдрама на Войд на это. Так, все готовы. Литрон, что не хватает? Вижу, что хватает. Все, пошли. Занимайте. Да, Войд. Занимайте свои позиции. Там 12 метров друг от друга дистанции набираем. Будет Волонар кастовать вихрь. Подождите, не врывайтесь, там Талдарама напулят. Антихан. Не реварин, посидите на кинетике. Талдарам срывается на нереварина. Давайте, дистанцию набрали все. Могучий вихрь, разбежались. Отлично, кто не умер. Страйк. Видите, Волонара. Не на цели сейчас будет, внимательно. Талдарам. Внимательно, смена цели на Талдараме. Цель. РДД отбежали от Талдарама. Следите за шариком. Графит отбегает. Графит умирает смертью храбрых, потому что не отбежал. Не реварин, поднимай графита, демон лок. Задувал, поднимай антихама. Помогите кинетику подбить все РДД. Я уже подбиваю сам. Задувал, поднимай антихама, кинетика падает. Подбейте кинетику. Антихам, давай пытку кастуй в кинетику. Насрать на бафы, покастуй пока пытку. Все, теперь можно фул ребаф давать. Давайте пристабав лапу. Натихам, давай погим на ману. Бейте Келя, поднимайте кинетику. Кресты по крестам. По шаману дайте бафы все. На цели 10 секунд. Сейчас будет смена цели на Волонаре, даем рост, убиваем. Все, давайте Волонара, опять дистанцию набрали и давайте рост. Сейчас будет могучий вихрь, дистанцию все набрали, милики отбежали. Все, можно бить дальше. Отбейте кинетику. Да, кстати, не заметил. Так, Анкокер, спекайся в танка сейчас. Поднимайте санстрайка. Талдарама добейте. Все, спекайтесь. Наручи на хули пала. Так, пошли сейчас пока контролем антихам. Помоги по контролю, Джелис, тоже помоги. Остальной рест стойте здесь, ничего не делайте, сами все мы сами все сделаем. Так, Джелис, на тебе
звезда, Натихам, тебе кружок, я пошел остальное. Она говорит, давайте, контрольте людей. Если еще не умру. Так, играйте в звезду. Вот этот очень нехороший человек, АДК, который прикидает лужу под законтрольных. Ты нормальный? Подумает, не знаю. Логически можно подумать, что не стоит АОЕ здесь скидать. Бейте звезду. Два танка в контроле. Хильте Диловаса. Получает 100% урон. Давайте в кружок играем. Давайте кольцо льда, магии, гнев небес. Точечные станы по мобам. Играем в кружок. Один хлам остался, заливайте его я быстрее. Накурен, ты пришел? Я ем еще. Просто если ты не зайдешь на ванну, придется тебя кикнуть, чтобы пак не кинул. Не-не, я около компьютера. Так, давай, Джелис, звездочка, хам, кружок. Не кидайте АДК лужи свои тупые. Идите, поконтрольте людей. Идите. На тебе, Боб. Ну, такое. Ну, давайте кружок играем. Звезда законтролена. Сведите, пожалуйста, все вместе. Дилос, что ты стоишь с двумя мобами по отдельности? Все, давайте агрить звезду. Играем все в звезду. Так, заберите с меня звезду кто-нибудь. На мне звезда почему-то висит. Так, давайте бафать Дартремара. Кто там еще падал? Чек на бафы. Графит, давай шкаф тогда. Давайте быстрее релогать. Поставил рыбу. Тикните на шкаф. Бакс, ты здесь? Прими чек, Бакс. Его нет. Так, чек на бафы. Погоди, еще релагаешь, интерфейс забагался. Дайте инту маги. Давай. Мафать интеллект. Васап, ты тут? Да. Выбил, прикинь, скоробея. Ладно, залейте шустрому, пожалуйста. Это cool story. Бакс, не АФКшь в следующий раз, потому что больше не попадешь у рейда. Ладно, надо просто писать об этом. Все готовы, макроса на пол нет. Давайте на счет 3 начинаем. 1, 2. Залейте шустрому, ладно? У тебя 90% тебе хватит, погнали. Ничего страшного не было. Давайте, хилы в центре, РДД сбоку, 12 метров, разойдитесь. Ты знаешь, кого кусать, да? Да. Бенс показывает аккаунт. Машека, давай, выбегай.
Везло. Поставьте кто-нибудь ретриауру, я поставил Shadow Resist. Огонь пока здесь не надо. Драгма задувал, Гутербол, сбегайтесь. Давайте, хилы, на взлетке мы хилим людей с укусами. Не хилов. Это Летрион. Присты, не юзайте сейчас антифир, скажу на кого. Сунстрайк, Ривоши, Бакс, выбегайте, сбегайтесь точнее. Никон, выбегай с рейда. Ничем, как горчик графит с рейда. Нужно будет кинуть на цель с тенями антифир. Это будет черепок. Отлично, на ШП. Давайте, сейчас дистанцию все набрали. Антихам, накурен, прожимает там гимнатхил на взлетке. Начнут кастовать. Дилос, прожмешь сакру, я прожму мастер ау. Сейчас прожимать. Да, прожимай сейчас. Прожимайте гимнатхил. Захиливайте вот этих хантов с укусами и хилов, и магов. Анкокер, Дертремар, Грагми. Дистанцию опять набрали. Никон, выбегай с рейда. РДД, набирайте дистанцию, по вам прошибает. Шустрый Шама, ты на кого щит земли вешаешь? На ВДК. Вешай на протопала, потому что он двойной урон получает, в отличие от ВДК. Хорошо. Если один Рестер Шаман в рейде, то всегда вешай на протопала. Так, у меня понял. Что ты говоришь? Я думал, у нас два Шамана. Нет, один. Второй банк. На Курин Хлам не реванули, шустрый Шам сбежались. Шея. Изи шея. Вау. Побежали на другой квартал. Он как приспекайся в танка, поможешь потанчить трэш. Покоритель, разбойник, ДК, Макдруид. Колье. Поздравляю, Джелис. Спасибо. Пожалуйста. Не забудьте кое-что. Привет. Так, кому не жалко КД на хилов, можете зайти похилить Вальку и помочь нам там сэкономить одну минуту, две. Заскринил это. Что за скрин? Опа, Валька летит, стойте, Валька летит. Сзади. Давайте ее убьем, Вальку. Ладно, уже не надо, она ушла. Ну, вторая летит. С какого времени вы нас убрать уже? Да с 19. Да диском был просто. Машека, Трися, зайдешь после того, как убьем трэш, хорошо? Давай. Две Вальки сюда летят. Ничего страшного. Давайте звезду. Точечно. Давайте только быстрее и не тупите. Пожалуйста, второй танк, согрей эту Вальку и отведи ее подальше. Молодец. Точечно бейте. Приспельте с Вальки обновление.
Все, теперь можно ауле дамагом залить этот трэш. Давайте гнев небес. Сейчас посмотрим, работает. Да, работает. Давайте, кольцо льда, гнев небес, все, пошли бить вторую. Все, давайте точечно, там трэш спамится. Давайте добили трэш. Гнев небес, кольцо льда. Все, пошли бить трэш на синдре, ой, на вальке. Ставлю метки, милики бьют кружок, РДД звезду. Сначала заливаем трэш перед метками. Так, кружок сагрился, возможно телепортанется к нам, звезда тоже. Так что смотрите в оба. Отобежали от звезды, ауешь от Фредди. Милики, бейте кружок, РДД бейте звезду, только отойдите от звезды, которая ауешит. Бейте точечно. Давайте, милики, в темпе кружок, потому что кружок вызывает трэш. Нам нужно сначала кружок слить, потом трэш. Желательно подвести... Да, он не подводится, ладно. Так, РДД звезда, Микки кружок. Батальгейзе, ты тут? Сейчас звезда телепортнется в рейд, отбегаем потом. Отбежали от звезды, телепортнулась в рейд, отбежали. Милики, не бейте пока, отойдите. Вас сложно захилить. Все, звезда мертва, бейте круг. Так, давайте, два танка. Танчите остальное трэш, анкокера. Попробуй вытащить звезду, милики, будем убивать звезду. РДД тоже. Никто не идет впереди танка. Кокер, тяни звезду. Понятно. Ну ладно, отведи еще дальше отводи. Все, бейте только звезду. Никто не идет в тот трэш, что-то дамажить. Нам надо звезду убить. Потом РДД начинаете бить кружок. Милики, стойте пока. Ждите, пока кружок будет добить, потом можно врываться. Сейчас посмотрим, что это будет у нас. Ну хотя, можете уже сейчас бить. Там на фул не сносит. Все. Валька осталась. Так, на Вальке у нас будут Гутербол, Шустрый Шам, как огурчик, я, Трисия. Кто еще может хил аспектнуться? Йоши, можешь? Да. Так, два, три Холипала, три Рестер Шамана на Вальке, остальные на рейде. Трисия, можешь заходить уже. Куда мне?
Снимите с этого афериста. Рафид, давай шкаф. Тыкайте на шкаф. Кушайте рыбу. Тыкайте на сон. Задувал, ты тут? Так, присты, давайте спили гимн на ману и дали баф по шаману. Отлично. Я коня поставил. Отлично. Кстати, стойте. А может что в танк аспект спекнется? Блин, мне навары пояс надо. Я им изначально шел. Или уже попало идти дальше? Уже поздно, бля. Ну спек... ладно. Ладно, анкокер, спекайся в БДК, быстрее заходи. Сейчас. Сейчас дам каску, подожди. Забывал. Так, вот есть еще антихамот, есть ДЦ, например. Похилить. Ой, холи прист, похилить с Джейлис. Но на курин хлам у тебя самого есть какой-то холи прист? Не, у меня только ШП. Мишем, пожалуйста. Чек на пол сейчас будет. Угу. Чем можете пулять? Хила готова. Танки готовы. Погнали, танки. Пожалуйста, по возможности диспельте о замедлении с хилов. Иногда нет времени это диспелить, потому что мы хилим. Так, пошли порталы, занимайте порталы. Я буду сзади. Порталы вышли. Так, я пойду назад. Идите назад, тут еще два лишних портала, там один просто. Порталы вышли, давайте слева, очень много порталов. Да здесь пальцы, блин. Тише, тише. Давайте за звезды. Спасибо, что за звездой бегаете. Минус два портала сейчас.
Ну, пустые. Еще одни порталы и будет рост. Можно было и так. Ладно, уже поздно. Огненно, огненно убейте. Да, не мешало бы. Все, если хотите, можно рост дать, и мы и так захилим, в принципе. Так, давайте, кто был хилам, хилами здесь пекайтесь в ДД, нужно будет трэш злить перед синтрой. Перезаходите быстрее. Я потом зайду, запало. Уже не ждали. Это не, ну вот это надо кому-то. Холи прист. Поставлю. Инвент, что ты делаешь? Скажи мне. Сейчас. Спасибо. Можно бы я отойти 2 минуты? Ходи, ты в чем-то прав, тряси. Помогите суммонить людей. Джерин, ты тут? Да. Понимаю, Сумин. Ты катись на сумму. Идем в центр. Прочитайте ники. Это кто? Кролики. Где цель? Я тут ни одного не понимаю. Поздравляю. Это с Альянса, наверное? Да. Нет наш. Мордаш. Нет. Мордаш это альянсовский хант. Это кнуты. Все, мне надо это типа поменять, бейте пока трэш. Вот это правильно. Нет, это не прайд, а трайб. Просто эту половину из прайд, трайбом знаю. Но они сейчас новую гильдию себе создали, сегодня зашла. И я не знаю, как они это сделали. Это прогресса, ребят, сегодня создали гильдию. Уже такие успехи. Нет, они, ну, старая гильдия, просто, может, у них там какие-то конфликты были, я не знаю, давно не общалась. И, они, ну, видать, разделились, наверное, какую-то новую гильдию. А где круче? Нет. Ребята на Альянсе или на Орде? Альянс. Ну да. Thank you.
сколько лечу летом, по-моему, 10-го года. Майк, ну то кто, кстати, а чего сделал? Еще есть альянсы, нифига себе. Да я только сейчас зашел, ну, вот все. Ты не понимаешь, альянс. Он же на карте. Да. Да если бы он написал Джейми и Реддит. Я думал, здесь альянс ни на что не способен, кроме как паука. Тогда альянс бы не переходил бы на Орду, если бы он был бы на что-то способен. Ну, я за этим сам не слежу. Я так смотрел статистику, что даже уже не в ПВП, что-то уже стукли с этим. Потому что там ПВПшная гильда развалилась, на, опять-таки, на две гильдии. ПВЕ гильдия осталась нормальная, только прайды, ой, трай, фу, наоборот, прайды. Вот, старая гильдия, которая вот, нормальная, все. Все остальные, все печально. А куда вы ранее вступить в ПВЕ гильдию? Чё ты к его тембру прицепился? Да я прикалываюсь, пацаны. Это была шутка. Это была шутка. График, надеюсь, не такой охуенный, что встаёт. Не скажу. Что, у нас кто-то ревнул? А у меня охуенно, да? Это я напал выше. Ты когда напал, запушил, ты был охуенно. Да, он меняет что-то. Хотите научу вас красиво говорить? Да какой девчонки, блядь, чё, блядь, не в курсе, что протопало и ничего умерло. Это заклинание ещё не готово. Когда вот подскажет, ювелирку в Долоране можно прям с нуля ебашить? Да. Да. Там можно всё с нуля. Не, нихуя. Партняшку можно с нуля. Не все с нуля можно. Партнер как раз, по-моему, не с нуля можно. Да, партнягу нельзя. Партнягу нельзя. Снять о шкур, там белый. Кузнечку вроде появится. Тоже нельзя, да? Зачем партняги снять о шкур? Ты ж не кажи мне часа. Ну там, блять, короче, ну, у тебя рецептов не будет у этого пидора, и он, по-моему, у тебя даже навыков никаким вообще не будет учить. Ну, если так, куда? Типа можешь просто обучиться, но навыки типа ну, не будут тебе давать. Так, отойду, чайник у меня уже кипит. Книга, ты тут? Давайте футболк на охотник. Давайте, ставлю рыбу.
Мне в хила утрубал. Каску друидам еще дайте. Да, спека себе хила. Мен тоже спекаюсь. Сейчас все будет. Маны нету. Перенимал, дай фласку. Ну давай, трейд. Да, все. Сдавшись. Так, где эта фласка? Не могу найти. Вместо коня ориентари хоть поставьте. Короче, я не могу найти, тут куча хлама. А, вот, нашел. Дайте, пожалуйста, каску, там лапу. Сейчас я пробовал. По охотнику. Спасибо. Так, сейчас раздам каски. Сам каски даю уже. Ну ладно, тогда ничего не раздаю. Бетельгейзе, кто там еще не готов? Каски нет. Это кто сказал? Какой класс? Лок, лок, лок. Дайте, пожалуйста, лапу. Бери мага, я прошу интеллект, никто не может бафнуть. Зачем эти маги в гайде вообще? Давай их кикнем. Давай. На кого я сейчас забывал? Я даже не знаю. Да ни на кого пока. На кого хочешь, тут нету таких людей. На курин хлам готов. Одну секунду. Ты мне до хера дал. О, тогда давай обратно 7 штук. А то я тебе 18 дал, походу, да? Я не знаю. Дай мне. Ну давай. Ладно, самогон. Наебал меня на этот флаг. Нет. Ну смотри, я бы мог тебе не говорить и ничего так, не возвращать, ладно. Правильно? Я же честно поступил. Да я его все равно потом заметил. Ладно, давайте. Потом раздашь на лече, кому надо. Кого-нибудь пасок. Так, ты 4 хила освобожденка. Притяжка, смотрим. Давайте метки вперед выносим, держим дистанцию между метками. Бетельгейзе, Никен, Литриона, Куринхлам, Антихам, Делвас. Дилас. Давайте метки до 200 кхп без дот. Слева падает. Забежали, быстрее забежали. По центру падает, отбежали. Справа глыба с фулл хп, по центру тоже фулл хп глыба. Справа падает бомба. Подбейте эти глыбы-то, ё-моё. Под центральное 400 кхп, справа не бейте, там 90к осталось. Давайте, разбили глыбы, вот это центральное справа, 300 кхп, влиться в нее надо. Бежали. Гриффи, ты кидал ассист на кого-то?
Да. Клан кого? Надерёна. Зумам. Дота тебе синтро сейчас влетит. Метки вперед. Солнце держим. Так, Дилас, ты в какой метке? Да нет. Не систер, я поставлю метку на себя. Сейчас. Сзади по центру оббежали. Звезда. Ух, опасно. Отошли все от звезды. Забегайте за другие глыбы. Отошли от звезды. Забежали за другую метку, надо звезду разбивать на фул. Слева падает. Отбежали от звезды все. От звезды все отбежали. Синдра спускается. Быстрее звезду сливайте. Оттяни. Дилова сзади, подойди. Ну что ты делаешь? Я ничего не делаю, вообще не бил его даже. Баба, повезло сейчас. Дилова, зайди за спину Синдри и таунт сделай, чтобы она по центру стояла. Да нормально. Ну, не по стрелочке, если духовное равновесие нарушается. Милики, свет, к этому РТД зону, на мне метка. Милики. ГП, блядь. Никчем ГП. Сливайте метки. Что, слепой, что ли? Следующий тоже под босса. Графит под босса. Все, оставайтесь здесь, сливайте. Сейчас будет перетяжка. Передние сливайте. 4 хила освобожденная магия. Отошли от глыбы. Следующего вправо выносим. Санстрайк вправо выноси. Вправо, это лево. Давайте рост. Дже задувал, подымая этого Никона. Ник не видел. Анкокер под босс, мелики отошли. Не отбегайте, будет ГП, даже если убиваем с этого трая. Сливайте метку. Так, анкокер. Ни к чем. Тупые что ли. Слева метку подбейте, РДД. Сливайте метку. Мелики отошли в РДД зону. Мелики отошли. Сливайте метку. Все, никого не поднимать. Шустрый шам под босса. Мелики отошли в РДД зону. Так, сливайте метку. А нет, не сливайте, я протупил. Отбежали от метки. Отбежали. Даю сакру. Драгма под босса. Милики отошли. Тебе если что дам, каплю скажешь, когда. Под босса, последнюю метку под босса. Вот эту под босса давай, шестер шам под босса. Следующую в сторону. Давайте быстрее. Следующую вправо. Бля, почему вы ее влево носите? Право это под хвост, лево это под морду. Ну я бы, клык бы взял за 10 только. Ну или за фул, но я ебаный лара получаю. Знакомься с правилами. Как я помню, я имею в виду так. Так, клык на мейн. На ов. Задувало, но тебе надо? Так я же больше кинул. Ты ЕП получил. Так, блин, не помню, кто мне рассказывал, типа, кто, ну, типа, за 10% это дается тому, кто больше ролл кинет. Мне кто-то это рассказывал, не помню кто. Но ты же варом заходил на эту. Защитником так я. Надо? Так я же клык на офспек. А как мне рассказал Войт или кто? Что типа, ну, если на. Получается, что ты ролишь на другого персонажа, а не на офспек. Офспек у тебя был вар на какой-то другой спек.
Защитник. Защитник. Воин, охотник, шаман. Ты заходил на вар, значит ролишь на вар. Не, ну на мейн понятно, но я думал на офф-то уже, думал, можно было. Ты его разрубил. Мейн был спек, это один персонаж, они разные. Станю первую вальку. Не, я стану первый, извини. Это же все запутано. Да не запутано, на всем черном и белом написано. На кого вы там ролите, туда получаете ЕП и ГП. Вы что-то от себя тяну придумываете уже. Верите мне. Так, постану. Давай, я кружок застану, а ещё ты и ромбик, дел вас трусы. На вторых варках будет станет по команде Машека, как огурчик и в конце Дилвас. На третьих варках все то же самое. Реневала, Йоши и... Кто в хилах? Так, Джейлис задувал шустрый шам, как огурчик. Это что сейчас? Это хилгей. А? У тебя фейлит очень сильно. Так, милики, будете стоять в черепе. РДД стоять в звезде. Мы танчим босса лицом к РДД зоне. То есть мелики стоят сзади лича вот здесь. А перед ним лич и БДК, который танчит босса. Чек на пул. Все остальное по команде. Там гимн, БР и все остальное по команде. Бета бафните. Давайте графит ставь шкаф, забафайте людей. Дайте пристабав лапу еще. Ни в чем ты тут? Ты лагаешь? Да нет, я. А почему ты не отбегал два раза? Дай фласку мой. А я вылетел на тиндре. Какую фласку тебе дать? Нет. Но... Я хочу больше ДПС давать. Чеки, у кого нету фласок? Есть такой дом у кого-то? Я могу включить. Ладно, у меня тут есть, могу раздать, но это последний раз. Фаски сами покупайте. В следующий раз минус кейпэй, кролл. Фласку дай. У тебя какие на меликов есть? У меня тут 4 фласки. Маги, чего вы тупите, блин? Вы не можете в МК нормально обменяться? Господа. Ладно, для тупых. Батальгейзы. Кидаешь МК на Санстрайка. Санстрайк кидает на Афериста. Аферист кидает на Батальгейзы. Чек на пул. Блядь, если вы это не можете сделать, 6. Фу, так. Чек на пул, ёл. Пошли запускать, все готовы. А на кого орехи на лича кидать? На БДК. На лича, хуяр. Окей, на лича закину. Тули, короче, здесь фулл ГП, как обычно, кто улетает на ловушке, неважно, 5 человек, 20, улетайте до ГП. Тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь, за то, что скучил и погубил десятки. Но если вы улетаете в другую сторону в вальках, это тоже ГП. Через эти мучения... Ну что, мы будем стоять на краю? Так, блин, нахрена стоять? За 2 секунды можно подойти под босса и перестать дамажить. Потом опять отрыв сделать. Или это не по скиллу? Это не по скиллу. По скиллу с вами вернуться. Блять. Я успел в последнюю секунду успеть на Савретрик. Давайте.
стали в череп Мелики. Делось, уйди оттуда. Мелики побежали. Стали опять под боссом. Квадрат встали. Шустрешам вынеси метку. ГРД перебежали, Мелики в квадрат. Мелики побежали, в квадрат встали. Мелики в квадрат, чума 3 секунды. Не дамажим лича в ловушке. 1 секунда чума. Инвент, выноси чуму. Диспел, диспел его. Ловушка 2 секунды. РДД перебежали. Ловушка 5 секунд. Шарк еще вылазит, смотри внимательно. РДД ловушка. Дрионе. РДД, стойте там. Хотя нет, давайте двигайтесь. 7% боющего на сечему. 7% до переходки. Давай диспель сам себя. Анты, снимайтесь с плена на шаркающем. Ловушка на меликах. В квадрат встали. Все в квадрат забили на лича. 4% до переходки. Бля, стопайте дамаг, короче. Ждем ловушку. Не бейте лича. 2 секунды до ловушки. Бейте лича, тупые. РДД перебежали, все на край. Все на край. Не бить лича. Просто все на край. Быстрее все на край. Рейндж встали, все на рейндж. На Куринхлам давай гимн на ману. Шустершам давай тотем. Графит, пожалуйста, косноязычие на духов, потом на лича. СС еще давай на войд на это. Сейчас? Да, сейчас пока есть время. Присты, ханты, следим за шарами, бейте круг. Все, круг забили, играйте во второго духа. Вы будете бить сферы? Два приста могут запросто это сделать. ДК у кого-то есть уже вкачанный? Забыл об этом сказать. Нет. Все херово. Будете идти качать сейчас. Давайте последний дух. 6 секунд до переходки, надо 3 ляма залить. На второй фазе стоим просто в звезде, в одной точке. Добить шар в центре. Добить шар в центре. Все, пошли в центр. Стоим в звезде. В одной точке стоим. Встанем, как скажу. Так, играем. Кружок, ромб. С центра все выходим. Осквернение сейчас. 6 секунд. Осквернение. Готовимся выносить. Мишека, выйди. Не выпрыгивать. Круг добить и давайте рост. Повернул лича на другую сторону, стали в звезду. Так, трусы ты не станешь, да? Да. Отлично. Машека, станешь кружок, как огурчик ромб. На первой вальке выходим к трону, осквернение, к порталу. Постараемся это сделать, если что, даешь сакру. Так, вышли, вышли. Накурин вышел. Играйте через кружок. Сакру, я давай. Я в трусах. Я в трусах. Через, в трусы играем. Через трусы и кружок. Давайте, кружок, трусы. Ромб уже не успеем. Успеем. Нет. Ну, нет, не успеем играть в лича. Так, дистанцию все набрали. 8 секунд до осквернения. РДД хилы на рейндж. После осквернения в центр идем. Осквернение 3 секунды. У меня стан на КД. Накурен хлам, осквернение, давайте в центр. У кого стан не на КД, плюсик? Айоши без КД. Машека. КД. Как огурчик станешь кружок. Встали в звездочку. Чего?
трусы играем. Попробуй вести Ильича за кружком. Осквернение центра, все вышли. 2 секунды. Бля, ну вот два тупых барана. Бутербол осквернение. Все в центр, будем сейчас переводить босса, станы и играем валик. Звезду встали. У кого стан не на КД? Я станил трусы. Как огурчик станешь ромбик, дело с трусы. Станем и переводим Лича. Поставь ТТ Маков. Веди Лича на край, 1% переходки. Станьте валик просто. Играйте все в Лича. Осквернение нормально. Лича только точечно, Лича. Замедляйте валик. На третьей фазе нужно проклятие вешать? На край. Да. Нет. На третьей можно не вешать. Так, на рейндж набрали. На Курин Клам, давай. Я давал уже. На антихам, давай ты. Нет, но надо давать этот косноязычие, потому что осквернение будет медленнее кастовать духом. Может гимн дать, я тотем поставлю. Давай гимн. Джелис, давай гимн на ману, ставь тотем, бейте кружок. Давай, я уже поставил, тотем идет. Помогайте бить сферы. Бейте второго духа. Только кружок бьем, второго духа не бить. Как будет у кружка 500 к хп, переключаемся в следующего. Переключились в трусы. Так, смотрите. Сейчас будем только трусы бить точечно, никто ничего не переагривает. Забирай гневного духа последнего, играйте только в трусы. Ставлю. Давайте, все на вышли в платформе. Сова, даем звездопад с пула. Ну, в комнате, я имею в виду. Добивайте трусы. Все, трусы добили. Становимся в звездочку. У кого Shadow Resist стоит, плюсик поставьте. Встали в звездочку. А, у меня стоит. Отлично, погнали. Забежали за угол. Завис немного. Стоим в звезде. Локи, Сулы помогаем подбивать эти духов в комнате. Так, смотрите, сейчас мы выйдем с комнаты, будет осквернение. Два духа пойдут куда, там, не знаю, куда-то в центр или что же. Давайте танчите в одной точке, желательно Лича и духов. Все мы бьем только одного духа, потом Лича. Давайте по краю идем. Сейчас будет выход, смотрите внимательно осквернение. Все играем в духа. Вот, кружок. Отлично, кружок. Дух, лич в одной точке. РДД, отошли в зону лича. Прохиливайте войда. Все, вышли, все милики вышли от лича. Дело взрывает духов. Все идем к личу. Обновляйте тотемы, набирайте дистанцию. Сейчас будет осквернение, 5 секунд. 2, 1, осквернение на граффити. Выноси только не по духу. Духи спускаются внимательно. Бежали за спину к лечу. Сейчас будет комната. Один дух не хлопнули еще. Хлопайте быстрее и захиливайте рейд. Так, я сейчас дам мастер аур. А еще поставишь Shadow Resist потом. Давайте, все звезду забежали. Давайте звездопады и сушение по духам. Так, я пока еще не давал. Побежали просто. Шустрый шаман, ты ставь тотем гнева и хиль, так быстрее будет хилиться. Побежали. Нормально, бежим просто далеко. Райт и так на фул. Все прекрасно вижу. Давайте здесь становимся. А еще ставь ауру шейду. Давал мастер аур. Сейчас будет выход с комнаты. Духи пойдут на рейд. Все смотрим на звезду и идем за звездой к порталу. Все к порталу отошли, осквернение на задували. Отбежали от черепа и бежим к порталу. Обновляй тотемы, ставь под лича, играйте в лича. Дело с Ахиллес, спасабила, надел все.
Почему ты не прожался? У тебя нету КД. Я прожался. У тебя нету дебафа. А, я клык не продал. Но. Ну вот так. То же самое, как с захватом ру. Осквернение 5 секунд. Выйдите на рейндж, пока к ключу не идите. Осквернение на никами. Отбежали от черепа. Все отлично. Персты отошли от духов. Третий лича, духи спускаются. Духи спустились. Отбежали все. К личу все отбежали. Все, духи хлопнули. Убежали от новых духов. Стоим в звезде. Так, комната. Давайте в звездочку. Давай мастер аур. И все в звезду. Иссушение. Звездопад в комнате. Давайте в угол. Убирай Shadow Resist, я поставлю. Ничего страшного, хлопнет. Похильте рейд. Все, побежали. Забежали за угол. Побежали дальше. За угол. Бомба падает рядом. Здесь становимся. Давайте еще здесь. Так. Стоим пока. Стоим. Так, сюда пробежали. Все, пробежали дальше. Сейчас будет выход с комнаты. Духи спустятся к рейду. Все идем к звезде, к порталу. Убежали от черепа. Все, обновляй тотемы. Бейте лича. Прожмись, Дилос. Ты опять не прожался. Я все вижу. Я прожался, не надо. Я щелкал клык. Нету дебафа. Ну надо срезать. Уже пропал. У тебя... 5 секунд осквернения. 1 секунда, смотрим на ком осквернение, на реневале. Убежали от черепа. Последняя комната будет. Так, все в звездочку. Давайте иссушение и звездопад, включаю мастера аур. Я могу ставить. Задувал, почему-то остался где-то не там, где надо. Так, лич вырастет. 15 секунд. Ладно, не вырастет уже. Вал выходит из игрового мира. Прекрасно. 2 секунды до выхода. Осквернение, инвент. Отбежали от черепа. Идем к порталу. Добиваем лича. Изи. Я никак не привыкну, как ты бегаешь. Фу. В комнате. Я? А нет, я привык не... просто на портал бегать, а тут бегут за звездой, блин. Получается, что я вообще сзади в хвосте. Потому что не туда побежал. Не надо, не знаю, к порталу никогда не надо бежать. Там расположение духов всегда разное. Да понятно. То есть я привык по одному, приходится переучиваться. Ничего, нормально. Там, видите, Альбрейд просит, чтобы вы не открывали лут. Его смогли. Сколько времени прошло? Но мы в 7 часов начали. Нет, когда я пришел, я сказал, за час давайте сделаем, все нормально. Час 20. Ты привел нет. Я все на ИГК не будете собирать? Но мы его собирали уже в 5 часов, не знаю, можно. Ну я понял, я знаю. Давай, я помогу собрать ИВК и пойду. Никогда не берите в рейд. Давайте в РС-ку сходим. Давайте лучше одну РС-ку закроем. У меня еще одна маленькая попадает. Кто говорит, давайте, заходите на БДК оба. Нету БДК. Это базарики.
Блять, Войт, ты сейчас так говоришь, нахуй, как будто я в этой гильдии не танчу, ты охуел? Не, так ты заходи на БДК и собирай. Какие проблемы, у меня просто КД. Ну, блять, если у тебя КД, это не значит, что есть люди, у которых, блять, нету БДК. Точнее, наоборот. Не знаю, кто сейчас зайдет, давай посмотрим просто. Ну, ты, блядь, ты как будто один БДК. Я либо ретриком, либо аршанкой буду. Ну, хвали пал, я сижу. Я всегда могу позвать тоже клоунаду, который зайдет на моего Янг Пимпа и потанчит. Я вообще удивляюсь, почему клоунаду у нас не в гильдии, почему он любнул? Потому что он не хочет нам в гильдии. Наверное, из-за тебя. Почему ты выдохнул? Ну, если бы он хотел, не хотел бы из-за меня, он, наверное, не помогал бы нам, моими персами, правильно? Так он почему-то нам помогает. Он помогает мне, понимаешь? Я его прошу, так, и он помогает мне. Не лутайте сейчас, друиды шумами. То есть, если бы его попросил какой-нибудь Войт, он бы сказал, иди-ка ты нахуй. Ну, я не знаю, я с ним не перефан, я не просил никогда. Какой-то он грубый, так нельзя говорить. Что говоришь? Говорю, грубый он какой-то, это так некрасиво говорить. Самогон, ты какой-то грубый, понимаешь? Ты мягкий. Ну конечно. Да ладно, вы успокойтесь, чё? Да мы спокойно, забей. Нет, смотри, если Даня, ты хочешь собирать рес, собирай, или я просто помогу ИВК собрать и не парить мозг всем. Не, я не могу сейчас собирать. Значит, собирайте, что собирать? Я сейчас мой рес. Сначала рез. Олег, возьми меня, Рога, и слышишь, алло. Рез, да, конечно. ВВК? ВВК, да. Кто будет релить ВВК? Ну зачем вы лутанули? 10 раз всем сказали. Глора, зов. О, зов, прекрасно. Ух ты, зов, круто. А я выше тебя попер. А кто Глора, зов? Да. Симончик, Рафита. Хотя мы этот лут... Ой, запирайся, значит, раз выше. Ну, я КД уже, я оставил шкаф, и мимо пробежал. Да, у меня ваша шматка с ЦЛК, мне только все резки остались. Глора, мне надо был Глора на ДК, никто сейчас не ролит ее. Капец. Мы полдина забираем. Или у тебя уже есть. Зов надо кому-то. Да я хотел себе просто так забрать. Это вы на мейн ролите? Да. Сейчас разролим гору. Ходил в Вичгер, короче, видел уже двух паладинов разных с глорами гер. Нормально. Че, он зашибись на килисете будут меняться хотя бы. Жесть, да, покер выше меня. Ну да, уже ниже. Эх, жесть. Вроде 468 стоит. 87 на офф. Дерен. Надо. Я соберу.